Так, доброе утро. Время начинать сегодня утреннюю нашу встречу. Так, время. Давайте минуту подожду подключения. Запись пошла. Так, вроде все работает. Давайте начнем с улыбки. Улыбнитесь себе, улыбнитесь миру, окружению своему. Улыбнитесь пространству, которое вас окружает. Вот. Сегодня Будду улыбающегося надел. И для начала, вот пока подождем подключения, посидим просто в тишине. Вообще хорошая такая привычка между вот пробуждением и завтраком, ну и какими-то действиями выделить для себя время, ну хотя бы 5 минут, там 10 минут, 5 минут, и без ожиданий просто сидим, то есть не для чего-то, то есть мы всегда делаем что-то для чего-то, то есть даже когда наблюдаем объекты, мы с ними начинаем взаимодействовать с точки зрения, что вот, ну, с точки зрения себя, вот я вижу, там, я не знаю, дверь. Ну, у меня там, я в нее вхожу, я берусь за ручку, то есть я хлопаю, мягко закрываю, то есть, ну, какие-то взаимоотношения с дверью или река. Ага, сразу образы, как я там в реке плавал, смотрел на воду, и то есть все время какое-то взаимодействие, ну и некая польза, что вот садимся практиковать, да? Ну, какая-то вот ожидание некой пользы. Ожидание некой пользы, которая, ну, может принести практика. Давайте без ожидания. Вот просто. Это в чистом виде задзен. Раз, два. Меня слышно? Дайте, там кто-то хочет что-то сказать. Нужно выключить микрофон свой. Вот, по-моему, у Нины микрофон включен. Нужно выключить микрофон. И если все слышно, поднимите руку, чтобы я видел. Да, все слышно. Хорошо, спасибо. Да, микрофончики, там надо найти кнопочку выключить, чтобы звуки не шли, но я вроде не слышу, но чтобы никого не беспокоило. Угу. Хорошо. И вот мы сейчас сядем и в качестве настройки просто побудем с собой, не ожидая ничего при этом. То есть не ожидая, что будет лучше, хуже, спокойнее, веселее, приятнее, неприятнее. Практика очень просто быть с собой без ожиданий. Практика очень хороша и очень мощная, потому что ничего для этого не нужно, никакого состояния. Мне грустно, я могу побыть с этой грустью. Мне весело, я могу побыть с тем, что мне весело. Мне больно, мне сонно и прочие, прочие состояния. То есть тревожно, спокойно, как угодно. Просто понаблюдайте, что сейчас есть. Глаза открыты, закрыты. Неважно. То есть побыть с собой. Утром и вечером делайте это просто как привычка.
Начать можно, ну, с какого-то действия, которое точно вас уединяет. Ну, например, чистка зубов. Чистить зубы, ну, рекомендуют там 4 минуты, наверное, да, или сколько-то. Вот мы чистим зубы и с собой, и находимся с собой без ожиданий. Почистили зубы, и можно какое-то время посмотреть в зеркало. Или прикрыть глаза и понаблюдать за ощущениями. У меня нет ожиданий, я не боюсь быть собой, я не боюсь услышать себя, почувствовать себя, увидеть себя. Хорошо. Теперь я буду направлять дальше наше внимание. Уведем внимание вниз тела, в ощущение опоры. Опора в ощущение стабильности. Теперь из опоры мы поднимаемся по позвоночнику в это в такое ощущение роста. Мы вырастаем, взращиваем. В данном случае вырастаем позвоночником из таза, как цветочек, тянемся к небу, макушкой, легкий вверх. Если бы у цветочка был тяжелый вверх, он бы всегда бы нагибался. Вот когда слишком большой бутон раскрывается, он так нагибается, да? Давайте легкий вверх, мягко, как будто бы кто-то за макушку нас мягко-мягко вытягивает. То есть вытяжение позвоночника. Тяжелый низ, легкий вверх. И ладошку на живот. Начнем с дыхания диафрагмального, дыхания животом. Самостоятельно вдох, выдох. Чувствуем, как происходит выталкивание диафрагмы. То есть мы не мышцами живота. Вот попробуйте отследить, что я наполняю, это у меня вот этот поршень опускается вниз, в легкие заливается воздух. Дышим, ладошка на животе, чувствуем ладошку. Еще глубже, вдох-выдох. Выдох – это расслабление. То есть на выдохе у нас живот идет на место. Хорошо, теперь обе ладошки кладем на ребрышки. Вот можно погладить реберные дуги. Гладим. Чуть погрели их. И пробуем опять же диафрагмой и межреберными мышцами сделать вдох так, чтобы ладошки можно чуть-чуть придавливать ребра. Разошлись. Вдох вместе. Выдох. Вдох. Двигается, да, вот визуально видно. Хорошо. Дальше одна ладошка на живот, другая в область ключиц. Погладили. И верхней ладонью, можно вот так постучать немножечко, верхней ладонью вот этим местом. Вот видно, шейные мышцы включились, выдох. То есть реберное дыхание, ой, ключичное дыхание. Смотрите, если плечи у нас здесь, грудные мышцы поджаты. Мы грудными мышцами и шеей двигаем ключицами. То есть если
Плечи здесь, мы раскрываем грудную клетку вот этим дыханием. Давайте две пальчики обеих рук на ключице повесили. Зацепились. Хорошо. Двигается. И теперь мы живот начинаем наполнять, потом ребра, потом ключицы. Полный вдох. Выдох. Расслабляем ключицы, ребра, живот. Три зоны. Самостоятельно вдох. Если в мой ритм не попадаете, самостоятельно. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь после вдоха задержка, вдох. Не дышим. Выдох. Задержка дыхания. Вдох. Задержка. Выдох. Втянули живот, задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. И самостоятельно вдох уже в своем режиме растягиваем. После вдоха задержка горловой замок и корневой замок. Анкета, вот мое анкетирование показало, что почти половина, больше 6 лет занимаются. Остальные занимаются, там новичков, правда, есть парочку, но я думаю, справится. Поэтому не объясняю. Корневой, горловой, выдох, брюшной, корневой, горловой, тройной замок. Хорошо. Отпускаем. Это квадрат пранаямы такой у нас вышел. Для самостоятельной практики очень хорош. Вот как медитативная практика тоже хорош. Продолжаем дальше. Вытягиваем ножки. Вытягиваем. И покачиваем их вправо-влево. Покачиваем, покачиваем, покачиваем. Сегодня будем различные асимметричные действия делать. Будем воздействовать на наш мозг. Начнем с энергетизации. Энергетизации тела. Включаем вот ощущение в ладонях, запястье,
Вот так давайте. Запястье. Постучали. Потрясли. Вот. И не забываем про ощущения. Остановились, почувствовали, да, такие руки начали. Большие, как будто в перчатке. Такие энергетические надели. Теперь правую левую руку включаем хлопками. Плечо. Левая рука. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. До шеи. Плечо. Почувствовали, как включилась левая рука. Правая. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. До трапеции. Прямо можно трапецию прохлопать. Раз, два, три. Почувствовали руки. Ага. Давайте немного расправим так лопатками вверх-вниз. Подвигаем вперед-назад. Ага. Хорошо, теперь левая рука. Ладошкой делаем крышечку. Подмышечку погладили. Раз, два, три. Вниз пошли. До таза вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Почувствовали бок. Второй бок. Раз. Погладили. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Ага. Чувствуем дальше. Ладони на почке. Погладили область почек. Погладили. И такой небольшой у нас получается наклончик. Раз, два, три по почечкам. И вниз пошли. Поясница, ягодицы, бедра, икры, стопы. Поднимаемся под внутреннюю часть колени, бедра, пахи, пахи. Раз, два, три. Почки. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Почувствовали ножки свои. Ага. Теперь спереди и сзади голову так захватили. И круговые движения. Круговые движения спереди и сзади. С боков. С боков. Виски. Височные доли, ага, затылок, затылок. Теперь шею так костяшечками, шею натянули, затылок вверх потянули. И хорошо с боков шею, вот лестничные мышцы. Теперь грудинно-ключично-сосцевидную, вот ее можно с одной стороны, с другой стороны, угу. С двух сторон, хорошо. Места крепления под скулы, поразминали подбородок, подъязычную туда вот мышцу воткнули в два пальца и подбородок захватили. И попробовали углубиться туда, внутрь, под язык. Хорошо. Разминаем десны. Сверху, снизу. Очень хорошо разминаем десны. Кровоток там, кровоток. Нам нужна везде кровь. Ага, щечки. Щеки, скулы, виски, лоб. Лоб, макушка, затылок. Двигаем кожу. Давайте везде двигаем кожу.
И начинаем стучать теперь. Почувствовали структуру головы. Стучим межбровья. Межбровья, макушка, затылок, макушка, межбровья, надбровные дуги, виски, над ушами, за ушами, под ушами, затылок, вот, бугры затылочные, затылок, макушка. И так кругами начинаем накручивать. Вот, может быть, слышно, как пальчики по черепу. Клац-клац. Не стесняемся. Голова не разломается от этого. Теперь хаотично постучали. Хорошо. Давайте под глазами. Под глазами точечки. На косточки нажимаем, на глазные вот эти отверстия по краям. По краям глазных отверстий. Хорошо. И теперь три пальца берем, кладем на глаза, прижимаем глаза. Чувствуем давление в глазных яблоках. И пробуем снять, вот сбросить это давление. Отпускаем. Глаза не открываем. Угу. И потом мягенько открываем, моргаем. Хорошо. Почувствуйте все тело целиком. Стряхиваем. Переходим дальше. Потряхивание. Давайте. Можно с одной ноги на другую ногу переминаться. Руки в стороны. Вверх. В стороны. Вниз. Давайте руки вперед. Вверх. Назад. Вниз. Вперед. Вверх. Назад. Вниз. Хорошо, остановились. Почувствовали, как поменялось ощущение в теле. Дальше двигаемся всем телом, но ладошки у нас описывают, ладошки описывают восьмерки вот такие, да? Сначала сразу две. Вперед ладони двигаются, вот видно? В стороны. Назад ладошки вот пошли, внутрь, вперед, вниз пошли, в стороны, назад, вперед. Еще раз диктую, вперед пошли. Вот я их поднял до уровня головы, в стороны, выше, выше, выше. Дошли до самого верха, развернулись внутрь. Вперед теперь двигаемся. Назад. Опускаем вниз. Захватываем здесь петлю вперед. И в ускоренном варианте позвоночник двигается волной. Раз. Два. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. 5. 6. Таз. Смотрите, позвоночник. Вот так. Попробуйте волну. Позвоночник волной. Теперь назад руки. Назад. Развернули. Поднимаем вверх. Кисти все время крутятся вокруг своей оси. 2. Значит, у кого не получается, пробуем. 3. Просто пробуем, не переживаем. Это нормально, что новое движение. 5, 6. Хорошо. Правой рукой. Теперь движение будет
больше с вытягиванием бока. Вот мы большую восьмерку, смотрите, большая восьмерка. Два, три, четыре, пять, шесть. В обратном направлении. Раз. Представьте, что на ладошке чашечка чая, два вашего любимого или кофе утренний, три, какао, четыре, пять, шесть. Хорошо. Левой рукой раз. Обратите внимание на движение таза, круговые движения, два. То есть мы сразу же включаем весь позвоночник, три, весь позвоночник в активе, четыре, пять, шесть. В другую сторону, раз. По большой амплитуде, больше амплитуда, больше движения, два. Вытягивающих, раскрывающих движений больше, четыре. Вдох, чашечка вверх пошла с чаем, вниз. И шесть. И теперь, не думая вот этим местом, включая уже такое автомат, то есть мышечная память должна сработать. Правая рука вверх, левая вниз. Пробуем асимметричные действия. Раз, два. Три. Одна рука в одну сторону, другая в другую. Четыре. Пять. По очереди тогда. Шесть. В другую сторону. Левая вперед, правая назад. Раз. Два. Стесняться тут нечего. Получается, не получается. Давайте без привязки к результату. Без ожиданий. Ожидания убираем. Что что-то будет. Ага. Какой-то эффект случится. Сбросили руки. Хорошо. Следующее движение. Правую руку берем. Правую руку. И описываем круг перед собой. Смотрите. Вот круг. Я перед собой описываю вот в этой плоскости. Вправо. Вверх, вниз. А теперь сзади круг. Вверх, назад, сзади круг. Спереди. Вот такая восьмерка получилась. Сзади, спереди. Попробуйте. Сзади, спереди, сзади. То есть разворот. Видите, у меня разворачивается сюда тело. И разворачивается в обратную сторону. Сюда, в обратную сторону. Левая рука в сторону, вверх, в сторону, вниз. Вот слева начинаем. Слева направо. Слева направо. Слева направо. И теперь поднимаем лево, разворачиваемся назад. Назад. Надо развернуться. Назад. То есть у нас тут хорошо работают и лопатки. Спереди. Сзади. Опять восьмерку рисуем. Спереди. Сзади. Восьмерка. Восьмерка. Обратите внимание, ноги отпружинивают. Таз работает. Скручивание позвоночника макушкой вверх. Вытягиваемся. Если это получилось, одна и другая рука. Если не получилось, пробуем одной рукой, второй рукой. Да? Начинается всегда правая в сторону, левая в сторону, да, чтобы не запутаться. Теперь пробуем одновременно две руки. Поднимаем вверх, разворачиваемся, опускаем. Поднимаем вверх, разворачиваемся, опускаем. Одновременно две
ручки делают круговые движения, как два пропеллера, спереди и сзади. Сверху руки бросаем и по инерции начинаем двигаться. Обратите внимание, ноги можно пошире, таз все время вот в таком варианте, вот так двигается. Вот так. Раз, вдох, выдох. Хорошо. Попробовали, да? Ладошки перед собой. Так, вот таким образом. Следующий вариант. Раскрываем ладошки. Раз. Круговое движение. Два. Раскрываем в локтях, плечах. В локтях, плечах. В локтях. Ну, достаточно простое движение. Маленькая петля, большая. Маленькая, большая. Таз отпружинивает. Таз отпружинивает. Теперь в обратную сторону. Назад. Локти. Плечи, локти. Плечи, локти. Плечи, локти. Плечи, локти. Плечи, локти. Плечи, локти. Хорошо. Теперь пробуем. Одну руку назад. Раз. Плечо, локоть. Два. Давайте, правая рука. Три. Четыре. Ага. Другую руку вперед. Локоть. Плечо. Локоть, плечо. Локоть, плечо. Локоть, плечо. Пробуем одновременно. Правая рука назад, левая вперед. Раз. Плечи скручиваются. Вот верхняя часть тела скручивается. Я предупреждал, это будет работа для нашей центральной нервной системы. Левая назад. Раз. Локоть. Плечо. Локоть. Плечо. Локоть. Правая вперед. Локоть. Плечо. Локоть. Плечо. Локоть. Плечо. И пробуем вместе. Левая назад, правая вперед. Разворачиваются плечики в разные стороны. Таз работает, ножки работают, колени работают. Угу. Хорошо. Все встряхнули, покачались, покрутились. Заглядываем за спинку. Хорошо. Нога. Переводим вес тела на левую ногу. Стоим на правой, стоим на левой. И начинаем носочком рисовать восьмерку спереди. Петля сзади. Спереди. Сзади. Спереди. Сзади. Раз. Два. Заворачиваем, разворачиваем в тазобедренное бедро. Четыре. Пять. Видите, завернули. Развернули. 6, 7, 8. Хорошо. Теперь в другую сторону. Развернутая нога идет. Завернутая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад. Закидываем назад. 8. Хорошо. Встряхнули ножку. Почувствовали обе ножки. Тазобедренные. Да, мы их простучали. Хорошо. Теперь вторая нога. Заворачиваем. Разворачиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8.
Угу. Разворачиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Угу. Хорошо. Стряхнули ноги. Стряхнули. Теперь махи. Махи вперед. Правая нога вперед-назад. И от разноименными руками до касания носочка. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Удерживаю равновесие на ноге. Левая нога. Махи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Встряхнули. На носочках, на пяточках. На носочках, на пяточках. Перекаты. Перекаты. Давайте перекат. И немножечко подпрыгиваем. Так, раз. Раз. Угу. И теперь на носочках попрыгаем. Прыгаем. Такие есть суфийские практики. И есть еще, наверное, видели, вот такие прыжки делают в Мекке, не в Мекке, а в Иерусалиме, когда там какие-то праздники происходят. Таких много прыжков. Или просто на скакалке. Скакалка. Давайте ноги. С руками. Остановились. И успокаиваем систему. Ножки вместе. Закрываем глаза. Почувствуйте линию, ось, центр таза, центр грудной клетки, центр головы. И серединная линия, перекрест между стоп. Серединка между правой и левой стопой. Все это совмещаем. И восстанавливаем дыхание. Давайте руки через стороны вверх. Вдох. В носочках потянулись вверх. Дыхание уджая. Выдох. Вдох. Потянулись. Выдох. Вдох. На носочках. Выдох. В мягкий прогиб заходим. Вдох, руки вперед и вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Дыхание уджай. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. И теперь раскрываем плечевую зону, плечики, ладошки вверх. Выдох. Лопатки. На вдохе соединяем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги ширина таза. Правый локоть вверх, вдох, потянулись, замедляемся, выдох. Левый локоть вверх потянули, голову опустили. Угу. Правый локоть вверх, подняли руку и рука над головой.
Приятно натянули бок. Хорошо. Вторая рука. Локоть. Рука над головой. Хорошо. Теперь по коленочкам спускаемся вниз. По ногам вниз. Ушли в наклон. Пальчики поставили под плечи. И расправляем спинку. Расправляем приятно, мягко. Давайте по очереди будем выпрямлять ноги. Вот правую ногу выпрямили, толкнули под коленную впадину, потом левую. Правую. Левую. Хорошо, обе ножки толкнули. Потянулись пальцами вперед, на носочках встали. Хорошо. Потянулись пальцами, носочки вверх на пяточках. Давайте пальчики также спереди оставим. Носочки, пятки вверх, носки вверх. Пятки вверх, носки вверх. И ножки вместе ставим. Сгибаем колени. И локоть ставим, правый локоть на левое колено. Смотрим влево. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левый локоть, правое колено. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, ладошки опустили вниз. Правой ногой отшагнули. Широкий-широкий шаг. Колено в пол. Потянулись в широком шаге. Правая рука внизу, левая вверху. Вдох. Сделали. Выдох. Левая рука внизу, правая вверху. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь обе ладошки справа-слева. Колено чуть-чуть в сторону. Потянулись вверх. Вдох. Опустили голову вот как можно ниже. Выдох. Хорошо. Левую ножку захватили. Ой, правую ножку левой рукой. Вдох. Натянули. Приятно. Приятно почувствовали ощущение. Выдох. И отодвинулись таз назад. Носочек на себя. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагнули. Собаку головой вниз. Сделали вдох. Выдох. На коленочках встали. Прогиб. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Хорошо. В планке. Вдох. Выдох. Боковое вытяжение. Вдох. Таз вниз. Выдох. На вторую руку вдох, таз вниз, выдох, в планке вдох, опускаемся на живот, выдох, кобра, вдох, сгибаем ноги, собака головой вниз, выдох. Правой ногой вперед шагнули в широкий шаг. Вдох. Вытянули пахи. Выдох. Ножки вместе. Вдох. Выдох. Поднимаемся мягко вверх. Вдох.
выдох, опускаемся мягко вниз. Левой ногой отшагнули, вдох. Выдох. Правой рукой вверх, вдох. Выдох. Левая рука вверх, вдох. Выдох. Ножку чуть-чуть в сторону. Ладошки справа, слева, вдох. Опускаемся на лбом в пол, выдох. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Правой рукой зацепились. Вдох. Выдох. И вытянули носочек на себя. К ноге потянулись. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагнули в собаку головой вниз. Вдох. Выдох. Колени в пол. Прогиб. Вдох. Планка. Выдох. Из планки вдох. В нижнюю и на живот выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой шагнули вперед, вдох. Выдох. Ножки вместе, вдох. Выдох. И с круглой спиной поднимаемся вверх. Вдох. И выдох. Садимся. Вспоминаем про улыбку Будды. Внутренняя улыбка. Делаем несколько глубоких вдохов-выдохов. Садимся как удобно. И минутку сидим, тоже не ожидая ничего. Находимся с собой. Со своими ощущениями, что поменялось, наблюдаем. Глаза можно не закрывать, можно закрывать. Посмотрите, как по ощущениям. И по ощущениям, если хочется еще так побыть с собой, побудьте. Не спешите сразу бежать. Там выполнять задачи какие-то. Можно полежать в шавасане. Вот, а я прощаюсь с вами с улыбкой. Попробуйте распространить улыбку по всему телу, по внутренним органам, по рукам, по ногам. И представьте, давайте еще представим свой день, свои ощущение этого дня и поместим вот эту, как бы начнем улыбаться не только собой, но и событиями, встречами и все, что нам предстоит, то есть наполняя это положительной энергией, фон, создавая фон положительных впечатлений, положительных эмоций. То есть мы как бы так настойчиво предлагаем самому себе, самой себе положительно влиять, ну, скажем, из состояния улыбки делать то, что хочется сейчас или нужно сейчас делать. Там, у кого-то детей в школу, там, у кого-то работа, у кого-то кофе и так далее, и так далее. У каждого своя линия сейчас пойдет. Все, спасибо. Улыбаемся. Завтра 6:30. До встречи.
Да, можете ручки помахать, пока я не отключился.